Всем привет, с вами Надя. И Лера. Сегодня мы будем вырезать стик монстриков. Ну, для Хэллоуина. Он, конечно, будет на следующей неделе. Для начала нам надо вырезать верхушку, да, и верхушку вытащить внутренности. Стик, короче, нарисовала. Вот так. Надо хорошо прорисовывать, чтобы было видно. Непонятно. А, это вот так в сторону уходит. Значит, нам надо вот так вот. Все. Мы разрисовали. Теперь вырезаем. Надо резать. Сейчас мы... Я покажу. Короче, я вырезала. Теперь нам надо убрать вот эту, чтобы оно нам не мешалось. Сейчас мы кастрюлю это будем убирать. Сначала я накрашу. Теперь нам надо ножичек, чтобы вот так вот. Заодно можно и повесить. Нам надо... Вот так вот вырезать еще немного, вот так. Брать вот так вот вырезать. Короче, и вот тут мы будем сейчас вычищать. Только это надо делать лопаточкой, сейчас я ее возьму. Я тоже вырезала. Чищаем эту штучку. И должны хорошо прям вычистить. Сейчас мы увидели. Теперь я беру ложку и вот так счищаю. Посмотрите сюда. Подойди камеру. Вот как я счищаю. Вот так вот все убираем. Такое очень мягкое у меня. Еще можно пожрать, пока никто не видит. Угу. Я руками, потому что... Да. Что, нога туда не лезет. Смотрите, я вот так уже достаю кусок. Ну, конечно, это удобно, чтобы стенки сгребать, а руками уже легче вытаскивать. У нас приспособлений нету, больно-то. А потом можно засушивать семечки и не знаю, что дальше с ними. И есть, вроде бы, я такие видела, едят. Так, вычищаем. Это наше первое видео. Так, мы, значит, вырезали вот. И крышечку не забывайте. Вот тут все вырезали. Теперь это надо помыть. Мы, значит, идем моем. Да, я вытерли ее заново. Теперь мы будем рисовать глазки, носик и ротик. Я буду ротик зубами рисовать. Так, значит, сейчас мы нарисуем глазки. И вы увидите готовые глазки. Вот,